Приехал я пособирать грибочков в село Кольчугино. Это в 20 километрах от Симферополя. Как видите, места здесь неплохие. Я частенько сюда заезжаю на прогулочку. Ну, пройдемся по этой терраске для начала. Сбор грибов дело ответственное, поэтому к нему нужно соответственно подготовиться. Вот наши перчаточки. И мешочек. Грязненький, но для наших грибочков подойдет. Ну что, идем. О, а вот и первый спрятался. Это подбутылочник. Так, это мелочевка, но все равно берем ее. О, еще один пэт-бутылочник. И, на мое удивление, неизвестный микологии гриб. Возьмем его. Там узнаем у старожил, что это такое. О, а это стеклята. Берем тоже. Опять какая-то мелочевка. Стекленок еще один. Так, ну это всем известно, что это от коровы. А это что? Это какое-то культурно-цивилизованное животное. Подтирается. Стекленок. Под бутылочник еще один. Так, эту мелочевку мы брать не будем. Под бутылочник еще один. Давай, иди сюда. О, спрятался, как видите, стекленок. О, па. Еще один неизвестный науке гриб. Кого-то он мне напоминает. Сатанинский гриб. Сатанинский гриб тоже переливается такими красочными цветами. Берем. Стеклята. Ну, это маленький подбутылочник. Но мы его брать не будем, пусть растет. Уф,
ух, 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 ух. Целое семейство доброе-доброе стеклят. Повезло нам. Так, внимание, а это так называемый ведьмин круг. Возле него собирать грибы не рекомендуется. Вон, видите, недоразвитые подбутылочники, стеклята тоже, какие-то больные. Уходим отсюда. Почти полный мешок грибов уже насобирали. Подбутылочник. Еще один мелкий, правда, но берем. Вон, видите, там вдалеке. Какая большая семья. Там подбутылочники и стекольники вместе. Но мы это брать не будем. Потому что у нас почти полный мешок. Пройдем до конца террасы. Так уже, ради физкультуры. Ну вот, наша терраса подходит к концу. Можно сказать, что очень удачно мы зашли. Меньше чем за 10 минут. Вот, ведьмин круг, еще один. Меньше чем за 10 минут насобирали полный мешок грибочков. Кольчугинское водохранилище. Следует признать, что это достаточно рыбное место. В следующий раз можно будет еще и на рыбалочку заскочить.